когда никто не оказывает знаков внимания, день тянется медленно и, главное, бесполезно. С ума сойти! Прошло полдня, и никто не может додуматься проведать меня. Спросить, как у тебя настроение? Да так себе. А как здоровье? Серьезная вещь. А что она делает? Измеряет скорость. Вот смотри. Скорость дерева 0 километров в час. А почему? Почему? Потому что дерево стоит на месте. Понятно. А вот теперь ты иди ко мне. Смотри, ты шел со скоростью беспечного ежика. Дай, теперь я. Ха-ха, ты получишь скорость сверхзвукового кролика. Измеряй. Ну, что ты стоишь? Давай, измеряй. Только прицелься получше. Получше прицелься, а то ведь промахнешься ведь. Изобразие! Ну вы, совсем. Нюша, все нормально? Или нет? Конечно, нет. Вы меня чуть не убили. Ах, кажется, мне плохо. Держите меня, я падаю. Если что-то со здоровьем, лучше сразу идти к Савунье. Я не могу ходить, я же больная. Если гости не идут к тебе, значит, ты идешь к ним. Или едешь, как кому нравится. Привет, Копатыч! Как дела? А я вот, видишь, заболела. Одна надежда на Савунью. Как думаешь, поможет? Ты вечером заходи, вдруг мне лучше будет. Бараш! Бараш, представляешь, я заболела. Но ты не бойся, это не заразная болезнь. Так что приходи, пока мне разговаривать не запретили. Будем ехать так медленно, то все до опоздаем. Как ты думаешь, с какой скоростью мы едем? Со скоростью маленьких вьючных животных. И раз, и два, и раз, и два, и раз, и два, и раз. Заболела? Честно говоря, я не то чтобы заболела. Просто появилась возможность покататься на кроватке. Ну и грех было не воспользоваться. Ёжик, я не понял. Нас что, воспользовали? Это же так романтично, кататься на кровати. Ой, ой, а я куда-то еду. Попутного ветра. Ёжик! Ловите меня! Ловите!
что это было? Нюша, это как-то связано с твоей болезнью? Да не болею я. Просто заехала за вами, чтобы пригласить к себе в гости. Да, в следующий раз за мной заезжать не надо. Я, честное слово, лучше сам приду. Ой, чаек, мне тоже чашечку налейте. Собирать гостей – большая наука. Одного радушия порой маловато. Требуется выдумка и недюжинная смелость. Как думаешь, а с какой скоростью качается совунья?